Слушай, Винил, а может, ты сам жучок установишь? В смысле, твои люди это сделают? Не получится. Все мои люди сейчас при деле, так что давай сама крутись. Легко сказать, а сделать трудно. Как успехи? Никак. Пока ничего не получается. Поспеши, а то может быть слишком поздно. Мишаня, а давно ты на винила-то работаешь? Работаю недавно, но знаю его с детства. Росли, что ли, вместе? Шучу. Шиза, а тебе не страшно вот так вот ночью по городу гулять? У меня, Мишаня, есть парочка излюбленных приемов, к которым я прибегаю во всяких критических ситуациях. Например? Например, лопаткой между глаз. Показать? Ха-ха, чисто по-дружески, не советую. Испугался. Как пить дать, испугался. Бабушка так увлеклась судебно-медицинской экспертизой, что даже отвлекать неохота. Я по делу. Мне Горемыкин сказал, что ты... Я не знаю никакого Горемыкина. Не мешай мне работать. Так просто он со мной разговаривать не станет. Пароль нужен. Вообще-то должно сработать. Но у меня есть кое-какие сомнения на этот счет. Я от Горемыкина. Заходи. Сработало. Ну что там у тебя? Ты от Горемыкина? Он что-нибудь мне передавал? Горемыкин ничего не передал и вряд ли когда-нибудь что-нибудь передаст. Это как? Скончался Горемыкин. Я бы даже сказала, погиб. Ты шутишь? Как это произошло? Какие уж тут шутки! Ему, к сожалению, отстрелили голову. А потом хотели и меня по стенкам динамитом размазать. А значит, все-таки они до него добрались. Добрались. Ладно, не будем о грустном. Чем я могу помочь? Горемыкин говорил, что ты в курсе. Ты меня в эти дела не путай. Мне жизнь еще дорога. Я просто делал свою работу. Так, значит, про собаку у тебя можно и не спрашивать. Про какую еще собаку? И... Так я и думала. Расскажи мне, пожалуйста, про своих соседей. Знаешь, девочка, я практически не выхожу из комнаты. Боюсь, не смогу тебе помочь. Подумать только, он все отрицает. Что, совсем-совсем не выходишь? Так не бывает. Пожалуй, ты права. Я кое-что действительно знаю. В соседней комнате живет один африканский юноша. К нему недавно отец приезжал. Тоже, кстати, африканец. А потом они оба куда-то делись. А еще здесь в общаге семейка живет. Так там вообще хана. Пока родители в отъезде были, сын их погиб при загадочных обстоятельствах. А вскоре после этого и отец куда-то делся. А куда, никто не знает. Ну вот, а говорил, ничего не знаешь. Скромничал, что ли? Скромность до добра еще никого не доводила, запомни. Насколько мне известно, ты делал для Горемыкина какую-то работку. Ты про фонарик? Фонарик? Какой еще фонарик? А, ну да, конечно, про фонарик.